Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. И у нас в работе норковый полушубок. Наша задача немножко его модернизировать. Небольшими затратами мы добавим меховые манжеты песцовые и меховой воротничок шалевый. Также укоротим шубку, так как девочке не нравится длина, не ее. Сделаем немного короче. И внешний вид сзади. Также мы подобрали песца. Песец у нас не черный, а, как видите на видео, серый. Такой серый мокрый асфальт. Ну, чтобы оттенить норку и было интересно в изделии. И готовый результат нашей работы. Наша маленькая шубка превратилась тоже в маленький полушубочек с вот таким вот красивым воротником из песца, такой из сине-черного тона. Очень красиво смотрится, гармонично. Силуэт обновился, теперь шубка уже для нашей клиентки совершенно другое изделие, которое будет пригодно и удобно ей в гардеробе сочетаться с другими вещами. И вид сзади. Кому нравится наша работа, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И ждем вас в качестве наших клиентов. До новых встреч!